Дорогие друзья, посмотрите, у нас в Крыму уже весна, весна, вот такие красивые, да тихо ты, Митька, Митька, моя жайка, вот так вот, да, затоптали уже, конечно, мои собачки, вот эти цветочки, хотела быстро показать, присела, да, Митька, вот это вот красота, которая, да, радуется всему-всему-всему, маленькая-маленькая девочка, а хотела я сказать, что у нас, правда, с вчерашнего дня прям супер весна, прям, конечно, это еще не все, зима еще не отступила, еще будет холодно, но сегодня прекрасно. Так, позатаптывали вот эти здесь цветочки, но дело в том, что у нас идет небольшой ремонтик, тут еще мы заканчиваем, продолжаем и так далее. Конечно, мы потом это все огородим. Здесь я вот это вот строила заборчик, ну он с прошлого года, он, скажем так, рассыпался. А еще у нас уже, кстати, поднялись, смотрите, это нарциссы поднялись. Вот, вот, вот они уже вот такие вот везде большие достаточно. Ну, главное, чтобы, конечно, не ударил сильный мороз, и они не замерзли. Очень красивые нарциссы у нас тут. А еще вот это гиацинт. То есть уже скоро-скоро, значит, что будет у нас весна. Так что вот так, да, мы радуемся. У нас, конечно, много здесь нарциссиков, посмотрите, сколько. Вот, вот это все нарциссы. Я потом, когда они зацветут, это такая красотень, я сниму, конечно же, и покажу. Очень много нарциссов, и они тут разные-разные у нас такие есть красивые. А, ну вот, так, вот еще цветочки, посмотрите, это уже свеженькие. Это лилия. Вот она уже, уже тоже поспевает. А вот гиацинт. Солнышко, ну, брысь. Вот гиацинт уже, видите, даже цветочки есть на них. Вот они уже почти-почти вылазят. И там тоже есть небольшой такой цветочек. Тут у нас тоже разного цвета они. Ну, в общем, весна уже в преддверии, скажем так. Да, Митька, да, золотая, да, моя девочка, красотулечка. Вот такая ласковая, нежная, микромалышка, померанский шпиц Мия. Ждет, ждет, ждет свою мамочку и папочку. Девочка просто божественная. Вот рядом ее мама. Мама прекрасная, спокойная, добрая, нежная мамочка. И также ее девчоночка, ее красотулька. Девочка уже подрощенная, вот такой. Ой, она и будет. Маленькая-маленькая, аккуратная-аккуратная. Только ее шубка все больше и больше становится красивее и красивее. Да? Митька, Митька, красавец, красавец. Вот такая малышка маленькая ждет самую ответственную семью, самую любящую. Для любви, для души. Ни в коем случае не под разведение, а только-только для души. Вот такая красота.